Окей. Меня зовут Игорь. Работал в компании Логика порядка 5-6 лет на разных позициях, Java разработчиком. Сегодня мы поговорим на интересную тему о различных фреймворках сериализации данных. Сейчас это очень популярная и актуальная тема в связи с тем, что много приложений начинают писаться для клаудов. Нужен перформанс приложений, быстродействие, скорость приема, отдачи информации, скорость обработки информации. Прежние механизмы, мы о них тоже поговорим немного, они уже не справляются с этой задачей, точнее справляются, но не при тех нагрузках. Да? И система, которая может работать на 100%, работает в действительности на 60-70%. Окей, речь сегодня пойдет о сериализационных фреймворках как Protobuf, Protocol Buffer, Swift и Avro. Кто слышал уже об этих протоколах, немножко знаком? Отлично. Хорошо. Давайте сначала разберемся с проблемой. Здесь Simple Distributed архитектура, то есть есть некий сервер приложений, есть клиент, который посылает информацию и получает какой-то результат. Есть communication протокол и какой-то дата формат. Они постоянно обмениваются информацией, один сериализует, клиент десериализует, точно так же в обратном порядке. То есть клиент сериализует, а сервер в свою очередь уже десериализует эту информацию. Okay. Основные вопросы — это какой протокол использовать, да? И как передавать данные между клиентом и сервером. Нам нужен эффективный механизм для обмена данными клиент-сервер и для сохранения той же самой информации. И что делать с реквестами на сервер сайде. Окей, то есть в принципе это очень простая архитектура. Если пойти немножко дальше, ваше приложение растет, развивается, больше кастомеров, больше deployment, больше инстансов работает. Вам, несомненно, понадобится гибкость в вашем приложении, flexibility, возможность дальнейшего роста, latency, так называемый. И, конечно же, этот инструмент для передачи данных должен быть очень простым в поддержке, в написании и в понимании. Как компоненты разговаривают, если мы поговорим о базе данных, то в принципе здесь никаких проблем нет. Database Protocols, HTTP и JSON и XML на фронт-сайде. Окей, все отлично. Но большинство интеракшена между клиентом и сервером и обмен данными, да, происходит внутри, называемых internal API, да, то, что не с клиентом связано. Как эту проблему решали раньше? И была ли она решена? Да, конечно, была. То есть существовали SOAP, CORBA, DCOM, COM+, JSON, plain text, XML. В принципе, всевозможные протоколы для передачи данных, которые можно было пользоваться без проблем. И многие начинают писать свои приложения и без проблем используют тот же самый SOAP или JSON. Должны ли мы выбрать что-то из этого? Наверное, я отвечу нет. SOAP основан на XML. XML и очень много XML. Постоянно нужно парсить XML, передавать XML, подобное. Окей. CORBA. Наверное, прапрадед всех протоколов. Классная идея, но перформанс CORBA страдает. Да? Также overdesign и такой громоздкий очень CORBA. Впервые CORBA появилась, по-моему, в 1991 году.
DCOM и COM+, в основном для Windows клиентов, HTTP, JSON, XML. В целом они неплохи. Немножко не хватает протокол description, да? Вы сами создаете этот протокол. Вам нужно поддерживать и клиентскую часть, и серверную часть, и код, как парсить, как передавать. Вам нужно писать свой собственный враппер вокруг этого протокола, парсить постоянно XML, что само собой уже overhead. И в целом синтаксис. Да, очень много повторяющихся тагов, сложно сделать какую-то, легко сделать какую-то ошибку, запутаться, все такое. Поэтому мы не будем рассматривать эти протоколы, пойдем дальше. Что мы ищем? Да? Какое решение есть и что рынок может предложить нам на данный момент? В целом наша цель – это прозрачное взаимодействие между различными языками. Клиент у вас Java, сервер у вас C++ или PHP или Ruby. Чтобы они понимали, работали друг с другом, сериализовали, десериализовали информацию и могли использовать его как дата storage. Также основная цель – это держать баланс эффективности, продуктивности. Да, это размер, время передачи информации, сериализации, десериализации, быстрота девелопмента и использования. И существование уже готовых для этого фреймворков или библиотек. Protocol Space. Давайте немножко сравним бинарный формат с JSON. Есть у нас запись, как, допустим, deposit money и значение. Да, 1, 2, 3, 4. Как это будет выглядеть в JSON? Понятно, это byte sequence. И то же самое в бинарном виде. То есть здесь налицо бинарный вид намного меньше требует места. Да? То есть тут в целом нет никакого соревнования. Да? В binary он побеждает. Время. Да? Для бинарного формата нам не нужно это парсить. Да? Бинарное представление уже само по себе часть вот, машинного представления. Да? И бинарном виде все намного быстрее. С JSON немножко задача сложнее. Вам надо сделать translation, перевод и значения в нативные виды. Там, int, float, double и тому подобное. Да? Простота использования JSON. Понятно, здесь побеждает. В целом ничего сложного, достаточно популярный, и каждый знает, как этим пользоваться. С бинарным видом вам нужно вручную писать код и определять пакеты сообщений. Да? То есть надо понимать, разбираться, это какой-то другой фреймворк, библиотека, но в целом, если один раз вы с этим столкнулись и знаете, что делать, то второй раз повторить это совсем несложно. То есть, да, придется учить какой-то новый фреймворк для того, чтобы увеличить перформанс вашей аппликации. И на удивление, несколько умных людей придумали для нас такие фреймворки. Да? В целом, будем их называть Data Interchange Protocols. На данный момент на рынке их большое количество. Мы сегодня сконцентрируемся на трех. Ну, существует XML, JSON, Protocol Buffer, BERT, BSON, Apache Swift, MessagePack, HSIAM, один из старых протоколов, Apache Avro и, в частности, какие-то проприетарные кастомные протоколы больших корпораций, о которых мы не знаем. Давайте поговорим сегодня о Protocol Buffer, Apache, Swift и Apache Avro. Что все эти протоколы объединяет? Это Interface Description, то
То есть с JSON-ом все понятно, вы знаете, как определить синтаксис и все остальное. Здесь вам придется немножко разобраться с самим синтаксисом и с description language, как это делать. Общие свойства — это performance, поддержка версионности и binary формат. Давайте сконцентрируемся на протокол буфере. Изначально я сделаю short overview каждого протокола, каждого фреймворка, понимать немножко историю. Изначально он был задизайнен в 2001 году. Это являлся продуктом в Google, на данный момент используется там везде. С 2001 по 2008 год. В 2008 году они сделали его open source. То есть это достаточно проверенный фреймворк, да, как в бою, стабильный, и в целом ему можно доверять. Мы об этом поговорим чуть позже. Каждый раз, когда вы нажимаете на какую-то Google страничку, или почта, или Gmail, будьте уверены, что будет генерироваться протокол buffer message и будет передаваться на сервер сайта. В целом протокол Buffer, он родной протокол для всех Google сервисов, как клиент-сервер, так и между собой. Официально поддерживает несколько языков, C++, Java, Python и JavaScript, и существует огромное количество third-party поддержек других языков. Текущая версия 2.4.1 и существует под лицензией BSD. Apache Swift, конкурент, был разработан, что самое интересное, девелопером, который пришел из Google в 2007 году. Он, наверное, уже получил хороший опыт работы с протокол баффером. И в 2007 году они сделали свой протокол в Facebook, который на данный момент и используют. Далее они его, он хостится в Apache инкубаторе и в целом поддерживается Apache Community. Он подразумевал, что это будет как следующее поколение над протокол буфером. Протокол Buffer был разработан в 2001 году, в 2007 году он стал open source. В целом уже было много информации, что хорошего там, что плохого. И в целом Apache Thread был нацелен исправить все эти недостатки, да, и улучшить. Поддерживает намного больше языков, я не буду их перечислять, в целом все основные. И важно, что поддерживает RPC, то есть уже имплементация интерфейса RPC уже существует непосредственно в библиотеке, что нет в протокол баффере. И текущая версия это 0.8 и распространяется, естественно, под лицензией Apache. Apache License 2.0. Avro. Я пока ничего не буду говорить об Avro. Мы вернемся к этому чуть позже. Давайте немножко разберемся, как работают Swift и Protocol Buffer, чтобы понять хорошие и плохие стороны того или другого, чтобы иметь представление, какую пользу это может принести вашему проекту, да? Что лучше будет для вас. Ну, основная модель, окей, я скажу, что они очень похожи между собой. Да? И язык похож, и работа с ним похожа. Да? В целом и месседжи похожи, и формат сообщений похож, и сериализация, десериализация. Ну, было бы удивительно, да, если бы экс-девелопер Гугла сделал что-то иначе. Он был просто девелопер Гугла, или он работал именно протобафом в Гугле? Он, я не знаю, типа, подробности. Это умалчивает. Ну, наверняка, если он работал с какими-то сервисами Google, то везде использовался протобаф. Окей, основные моменты или основные операции, да, что вам нужно сделать, чтобы это заработало? Да, какие шаги вам стоит сделать? Вам нужно написать структурированный формат, структурированное сообщение в
Apache Swift это называется struct, в protocol buffer это называется message, на языке IDA, да, interface language. В комплекте с библиотекой идет кодогенератор, который вы запускаете, и он генерирует шаблон кода. Да? Допустим, как Swift, вы запустили Swift, gen, java, myproject.swift. Да. С protocol buffer'ом вы делаете все то же самое, расширение только лишь идет proto. Да. Вот, вот и разница между как сгенерировать. В итоге вы будете иметь сотни строк кода, да, которые нельзя редактировать. Шапки в хедере самого класса будет месседж об этом. И дальше вы линкуете уже этот шаблон к своему приложению. В целом картинка, да, вот если посмотреть как Swift, вы создаете файл demo Swift, да, вы объявляете там типы, сервисы и тому подобное. Дальше у вас есть Swift код генератор, вы генерируете, да, код генератора написан у нас C++. То есть вы строите как бы костяк, да? То есть сгенерировать код вы можете для любого языка. И PHP, и C++, и Python, и Java. И дальше вы уже делаете свой сервер, client application и как бы раните, да? То есть если речь идет о Swift, там идет поддержка уже имплементации RPC протокола, все намного проще. То есть вы можете пользоваться своим существующим. Если говорить о протокол бафере, то в целом вы можете повесить протокол бафер на любой REST сервис, да, и гонять сообщения. Что такое Interface Definition Language? То есть если для SOAP и для WSDL это XML-based формат, то здесь немножко иначе, ничего общего с XML он не имеет. Чуть позже мы об этом посмотрим. Но в целом как бы язык очень похож на язык, который был вот, в 91 году на формат файлов Corby. Окей, я не уверен, что видно. Тут, наверное. Окей. В целом это самый простой файлик Swift. Это protocol buffer. Да? Давайте пройдемся быстренько, посмотрим, в чем разница. На первый взгляд они идентичны, да? В целом очень-очень похожи два протокола. Если вы знаете один, то закодить то же самое на Swift или на Protocol Buffer не будет ничего сложного. Первое, вы объявляете namespace, это куда будет сгенерирован ваш результативный как бы platform files. В Protocol Buffer это называется package. Да? Также есть option Java Package, Java Outer Class Name, это имя класса. Вы можете здесь явно создать вот, Media Content Holder. А в Swift это будет по названию этого Swift файла. То есть если у вас был там Authorization Service, то в итоге создастся класс Authorization Service. Да? Поддерживают и enumы, да? Допустим, формат, да, enum size, small, large, enum player, Java Flash. Разница очевидная, в Swift используется struct, да? В protocol buffer используется message. Очень важно вот эти числа 1, 2, 3, 4, 5. Это не line numbers, это действительно это важно, и это часть языка. В целом вы дефайните порядок. String, есть поля optional required, и в целом и string, и integer есть, и в структуре вы можете тут же добавить enum, да, ссылка на size, то есть он автоматически подхватит его. Также другая структура image есть. Swift поддерживает листы, то есть можно создать лист из стрингов. Также можно тип player создать, опять же, enum. Тот же самый код, абсолютно та же самая логика написана на protocol buffer. Поля optional и required нужны для версионности.
То есть, если у вас поле обозначено required, и у вас клиент посылает месседж, в котором есть там поле required, то сервер-сайт будет обязательно ждать это поле, да, то есть оно будет обязательное. Если он optional, то в принципе он его заменит дефолтивным значением каким-то. Поэтому для версионности все поля, которые вы можете обозначить как optional, лучше обозначать как optional, а не required. Есть какие-то вопросы по структуре, может быть? Есть дальше? Вопрос. Вот, мне кажется, я не понимаю, зачем вот этот хардкодик, порядок. То есть мне как кастомеру, мне важно, чтобы объект перешел с клиента на сервер. Вот, а то, что как он его будет паковать внутри, положит он в начале интеджера за ним стринг или в начале стринга за ним интеджер. Мне без разницы. Okay. А как развернуть потом этот порядок? Нет, так он же сам разворачивает. Окей, мы сейчас поговорим об этом, это хороший вопрос. Можно еще один вопрос? Да. Поля optional, они все равно будут гоняться, просто там будут какие-то значения, то есть сам пакет будет содержать это поле, просто он будет какое-то дефолт значение. Да, просто если там не будет значения, то сервер-сайт, он заменит его дефолтивным. Ну, в любом случае, если там значение будет, то есть это какой-то объем информации будет там лежать. Да. Основные правила. Каждое поле должно содержать себя, если мы говорим о протокол бафере, это равно единичка, равно двоечка, троечка, четверка. В Swift это один двоеточие, два двоеточия. Для чего это надо? Как раз для перевода вашего месседжа в бинарный вид. Мы уже проговорили о том, что поля должны быть обозначены как required и optional. Структура или месседж может в себе внутри содержать другие структуры. То есть здесь мы видим, что месседж image содержит в себе enum. Да? Okay. То же самое здесь. Месседж media содержит в себе enum. Также месседж может содержать в себе месседж, то есть тут вы никак не ограничены. Единственное важное, это действительно соблюдать вот порядок 1, 2, 3, 4, 5. Это важно и не менять его. Окей, если вы обозначили как optional, будет использоваться дефолтивное значение. И, единичка, двоечка, троечка, это называется таги. Зачем это надо? Есть для этого причина. Каждое поле будет в отдельной в себе взятой как бы структуре или в месседже будет объявлено как тагом и использоваться при бинарном энкодинге. То есть это получается больше не для порядка, а для как бы unique ID, да? Да, да, да. Очень важно не менять этот порядок. Потому что при энкодинге фактически у вас остается только вот эти таги, и при этом у вас не будет самих значений, то есть не будет типа поля, или это string, или это integer, или это optional, или required. Единственное, что у вас будет энкодиться, это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Да. Тот же строго типизированный протокол, да. Кроме того, SN1 он позволяет еще выбрать формат, который мы все будем реализовать, либо SN1, либо нет. Да, да. Мы не будем говорить об SN1, но правильное замечание. В принципе, они как аналоги, да. То есть, конечно, можно использовать SN1. Ну, то есть без проблем. Давайте рассмотрим вначале разницу между протокол бафером и срифтом. Я не использовал на практике SN1, да, я не смогу ответить на этот вопрос. Если вы знаете, вы можете, можем потом поговорить. Окей.
так и со значениями таги. В принципе, понятно, да, для чего нужны таги. Они нужны для энкодинга, баймери энкодинга. Очень важно не менять этот порядок, потому что сгенерированные классы, они будут уже ссылаться на эти значения 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Таги со значением от 1 до 15 потребляют 1 байт, да, при энкодинге, от 16 до 2047 потребляют 2 байта. Да. Поэтому в целом для данных, которые будут наиболее часто передаваться, да, то лучше зарезервировать тополя тут от 1 до 15, потому что сам файл, размер месседжа, он будет намного меньше. Как это все используется? Java example. Есть у нас самая простая структура. Bank deposit message. Три поля. User ID, amount и data stamp. 1, 2, 3, 4. Вы сгенерировали какой-то код. У вас появился класс bank deposit message. Как его вы можете использовать из кода? Вы делаете new и setter, getter. Вы устанавливаете туда значение. В принципе, все очень просто, логично, а потом этот best message вы можете уже передавать. Окей. Основные отличия Thrift от протокол buffer. Основные типы, которые поддерживаются, это boolean, byte, integers, double, string. Контейнеры. Thrift поддерживает контейнеры как list, set и map, а протокол buffer не поддерживает это. Enumeration, enum, опять же, поддерживаются и там, и там. Thrift поддерживает константы, то есть можно объявить const, да, как в Java. Да. Любое значение, любое поле вы можете объявить как константы. Exception handling. То есть вместо слова struct можно написать exception. Да? То есть тем самым вы объявили свой exception. Протокол buffer, опять же, не позволяет этого добиться. Лицензия. Это Apache BSD style в протокол buffer. Компиляторы, коды генератора одинаковые, C++. RPC интерфейсы. Сами их можно сгенерировать, да, но RPC-имплементация, она есть только у Thrift. У протокол буфера она есть, но она внутренняя, то есть Google не расшарил это, то есть не сделал это open source. Композитные значения поддерживаются в протокол буфере, и версионность, о чем мы поговорим на следующих слайдах, поддерживается и там, и там. Иначе этот формат был бы просто бесполезен. Performance. Окей. Чтобы обеспечить performance этим фреймворком, многое было как-то облегчено, да, или убрано. Да, то же самое, допустим, там, понимание, да, или чтение формата. То есть, допустим, нету хедера, нету body, как это было понятно, допустим, при XML. Перформанс, понятное дело, зависит от системы, от языка, от сети, от нетворка. Мы поговорим чуть дальше, сравним размеры того и другого протокола и runtime performance посмотрим. Размер. Окей. Для сравнения я взял еще RMI протокол, REST через JSON, и REST мне дается XML. Также у Thrift мы не будем детально вдаваться, но как бы есть две версии энкодинга. Это Compact протокол и Binary протокол.
целом binary протокол, он немножко не оптимизирован, и они рекомендуют использовать compact протокол. В целом он более продуктивен, эффективен, но опять же мало чем отличается от этого. У протокола буфера есть для этого специальная опция, которую вы можете задекларировать в месседже. Там add speed, что-то такое. Окей, простой пример. У нас есть одна структура курс и лист, в котором находится 5 объектов типа person, да, и один объект типа phone. В целом, сколько байтов будет занимать один такой месседж? Thrift, и Compact Protocol и Binary Protocol это 278 и 460 байт. То есть Compact он более эффективен, но в свою очередь протокол буфер будет занимать всего лишь 250 байт, да, против 278 Thrift. Но при текущих системных мощностях я не думаю, что это большая проблема и большая разница. Но если говорить уже о RMI, это уже 905 байт, REST и REST XML это 559 и 836. Да, то есть то, что связано там с XML, ну, оно, естественно, медленно. Большие структуры, да. Окей, теперь поговорим о runtime performance. Тестировал я это на Ubuntu, два Core CPU и два гигабайта оперативной памяти. Опять же берем тот же самый пример, как курс, и выбираем курс для каждого значения. И этот самый сценарий повторяем 10 тысяч раз, чтобы хоть как-то нагрузить систему. То есть просто в цикле 10 тысяч раз гоняем это. Какие у нас результаты? Первое – это среднее значение CPU и среднее значение по процессору. И average wall time – это в целом сколько времени этот перебор или цикл, да, занят, то есть для 10 тысяч операций. На глаз видно, что REST JSON и REST XML отстают, то есть в разы. Если мы говорим о Thrift и Protocol Buffer, то это точно брать, то это минута 13, минута 20, да, то REST около 5 минут занимает по времени. Ну и по процессорному времени нагрузки на процессор тоже достаточно много. В целом видим эффективность, да, использования в рантайме. То есть если у вас какие-то есть операции, часто повторяющиеся, какой-то цикл или insert в базу, огромных значений, огромного количества сообщений или данных, то Thrift и Protocol Buffer намного эффективнее, чем то же самое делать через JSON, RMI или XML. Можно вопрос? Да. А тут получается, как бы на сервере происходила сериализация, на клиенте десериализация. Да. Потому что получается тогда можешь вернуть назад? Да. У Thrift больше сериализация медленнее, чем десериализация, а у остальных компонент наоборот. Да? Да, совершенно верно. Да, ну в целом мы сравниваем как бы протокол буфер и Thrift и видим, что на доли секунд Thrift оказался впервые, но в целом это можно списать на окружение, на environment, ну тут уже сложно сказать, да. То есть вряд ли 5 минут стало причиной, то есть какие-то environment проблемы. Но 3 секунды между Thrift и протокол буфером, равное состязание идет. Окей, по нагрузке на процессор, видим, что протокол буфер он занял порядка
37, около 40%, да, постоянно был utilization CPU. У Thrift был порядка 20-21. Ну и протокол Buffer занял на 5 секунд, на 6 секунд дольше времени, вот, чтобы обработать 10 тысяч месседжей. Версионность. Окей. Версионность, то есть, да, это важный аспект фреймворков. То есть тут в целом при проблеме, допустим, если JSON или XML, если вы что-то поменяли на сервере, да, вам надо менять парсер, допустим, там, на сервере, да, или на клиенте, тоже надо менять парсер. Да. Если у вас старый сервер, а клиент у вас более новый, вам надо это как-то адаптировать между собой. То же самое, новый сервер, а старый клиент. Опять же, то есть если вы добавили какие-то новые поля, вам это надо все вручную хендлить и дописывать код, и обрабатывать исключения, ошибки и тому подобное. Версионность, она обеспечивается за счет тех самых идентифайеров и тагов, да? Плюс optional и required значения. То есть, в принципе, это комбинация и тагов, и optional required значений. Новая компиляция не требуется, если у вас что-то поменялось на клиенте, да, или на новый клиент, или что-то обновилось на сервер-сайде, то вам не надо заново все перекомпилировать, генерировать новый код из протофайла или из Thrift-файла. Ну и RMI или Corba, XML, JSON потребовали бы у вас обновления и серверной, и клиентской части. Основные сценарии — это какое-то поле у вас добавилось, старый клиент, новый сервер. Да? Или поле удалилось, старый клиент, новый сервер. Ну и то же самое наоборот, то есть новый клиент, старый сервер. Давайте немножко посмотрим, как... Окей, Thrift и Protocol Buffer, они абсолютно идентично хендлят эти ситуации с версионностью. Первый пример. У вас есть серверное сообщение, клиентское сообщение, серверное сообщение. Да? То есть продюсер шлет месседж консюмеру, серверу. В целом все нормально, ничего не изменилось, все работает. Но ситуация изменилась, у вас старый клиент, но более новый сервер. Да? Нового сервера добавилось одно поле branch ID. Да? Сервер понимает, что клиента нет этого поля, да? И он не будет фейлить. Он не выдаст вам exception. Да? Что окей, извини, у тебя нет этого поля, поэтому этот месседж я буду реджектить. Он просто вместо branch ID он поставит дефолтивное значение. Да? И опять же, все нормально, все будет работать. Следующий пример наоборот, то есть обновился клиент, у сервера этого значения нет. Продюсер шлет сообщение, консюмер принимает его. И старый сервер, он просто будет игнорировать это сообщение. Вот он будет его игнорировать. Сообщение или только это поле. Да? То есть если на сервере нет branch ID, да, то он не будет его требовать. А если branch ID станет вторым, например? Это будут проблемы, да. Порядок нельзя менять. Порядок нельзя менять, потому что это будет 1, 2, 3, 4, допустим, да? То есть если поменять порядок, ну, у вас код, который сгенерировали, он уже непосредственно заточен под эти таги, которые есть. Ну и момент, если вы, конечно же, обозначите здесь branch ID как required, то на сервере будут проблемы. То есть новые поля, допустим, желательно добавлять их как option. И... Окей, ну в целом performance это не все. Не все, от чего зависит выбор того или иного фреймворка. Да, то есть вопрос перформанса сериализации, десериализации, CPU и тому подобное. Есть еще несколько
вещей, на которые стоит обратить внимание, среди протокол буфер. Ну, это фичи, code quality и дизайн самих фреймворков, открытость и документация. У Swift намного больше фич. Во-первых, это поддержка имплементации RPC уже включена в библиотеку. Это поддержка листов, это контейн, да, мы говорили, лист, set, map, это эксепшены, это больше языков, которые поддерживаются, да, для которых вы можете сгенерировать код под генератором. У протокол буфера меньше фич, но он достаточно быстрый, да, в плане, и месседжи занимают меньше времени. Код quality и дизайн. Swift был, его сделали open source в 2007 году. И в целом после этого этим занимается Apache, комьюнити, и, видимо, не всегда успешно. А протокол буфер, то есть нет планов, оно редко обновляется, баги не фиксят. Ну и в целом Facebook никакого участия там не принимает. Да? В отличие от протокол буфера, протокол буфер development весь ведет Google, поддерживает его до сих пор. И как пример можно сравнить несколько, да, если говорить о код quality, если, допустим, сравнить Java генератор и Swift Java генератор, да, то в принципе там налицо разница в качестве кода того и другого. В сторону протобафа. Да, в сторону протобафа, да. Потому что Swift там нет ни комментариев, и форматирование такое кривое, комментарии до сих пор висят закоммеченные, какие-то туду. В целом никого это особо не парит. Но как бы Swift он помощнее выглядит. Да? Открытость. В целом Swift это Apache Project. У Protocol Buffer есть свой mailing list, codebase и issue tracker. То есть вы можете без проблем запостить до сообщения. Ну и Google до сих пор ведет development протобафера. Документация это отдельная история. У Protocol Buffer отличная документация, то есть нет никаких проблем, найти примеры, код, спецификации и все остальное. У Swift с этим проблемы, у них есть такой вики, на котором все хостится. То есть там сложно разобраться. Но в целом можно найти, да, почитать Stack Overflow. Что на данный момент работает на базе Swift? Это Facebook, Cassandra полностью работает на Swift, Hadoop, HBase, Hypertable, Last.fm, Evernote, если кто пользуется, JunkDepot. В целом все эти вещи, они Swift. Если Swift был настолько плох, вряд ли такие большие компании стали бы его использовать. В отличие от протобаф, да, то есть его используют Google, ну и это не мало, да. Его используют ActiveMQ, они даже сделали какую-то свою интеграцию с протобафером, он так и называется ActiveMQ протобаф. Native, кто знаком с этим, они сделали свою поддержку RPC. Да, по поводу RPC, если в Swift это уже встроенное, то для протобафа их огромное количество third party, которые вы можете выбрать, да, и то есть если протобаф он уже генерирует интерфейс, то в целом можно использовать любой другой фреймворк, чтобы сделать RPC. Я искал, долго искал, но, к сожалению, я не нашел
других компаний, которые используют протобаф. Я могу сказать, наши ребята сейчас на Филиппинах разворачивают на проекте Andaman. Да, Andaman. Он полностью использует протобаф, потому что G2M есть спецификация, как и Android, там есть проблемы с реализацией, они вынуждены пользоваться протобафом. У них уже, по-моему, 10 тысяч клиентов, так что... Вот, можно дописать, можно рядом, дописать рядом с Google, да. Наши ребята на Филиппинах. И нет экрана. Да, если говорить об этих кастомерах, то на сайте Swift как бы есть отдельная вики-страничка, где это все описано. Protobuf с очень крутой документацией это скрывает. Да, то есть, или они не нуждаются в рекламе, не считают, не считают, считают нужным, наверное. Кроме да. Бла кого-то там писать. Окей. Ну, основные за и против. Да, я вам говорил об этой опции, да, если у Swift был compact binary и просто binary формат, да, binary protocol, то у protocol buffer есть вот такая вот опция optimize for equals speed. Да. Вот сейчас они сделали это уже дефолтивным значением, но и прирост перформанса порядка 30%. Непонятно, почему раньше это надо было вписывать вручную. Да, ну, сейчас уже последние релизы, оно уже по дефолту. А вдруг ты не хочешь, чтобы быстро работало? Не, может там кроме спида есть optimize for size. Да, понятно. Кстати, ты не знаешь, какие там кроме спида, что туда можно писать? Я только скажу. По-моему, вот спид и size. Окей, ну основные за и против. У Swift это больше языков. Больше поддерживаемых типов данных, да, дата структур, там мапы, сеты, листы. Да, если у Swift лист называется лист, то у протокол баффера лист называется repeated. Мы написали repeated это лист. Да? Ну, такой аналог. Понятно. Swift использует RPC имплементацию уже встроенную. У протокол баффера лучше документация. Ну и API более понятней, ну, не знаю, для меня, по крайней мере, чем у Swift. Но, окей. За Swift это мы поговорили, теперь против Swift. Сложно найти какие-то примеры, хорошие примеры, как использовать Swift. Недостаток документации. Protocol Buffer, он может... Вы можете объявить сервисы, да, но самой как бы имплементации RPC там нет. Но при этом как бы сами интерфейсы для вас генерируются. То есть взять third party какой-то RPC implementation и подключить не составит труда. Почему, наверное, я бы выбрал Protocol Buffer, а не Swift? Да? Наверное. Если я буду использовать только Java, C++ или Python, да, из языков программирования. Да, ну мы об этом говорили уже, что существует куча third-party support библиотек, которые добавляют другие языки программирования. Ну вот здесь как ссылочка есть линк, где это можно посмотреть. В целом, протокол баффер, если у вас уже есть RPC имплементация и вам это не надо, для вас важно size, performance и простота использования, документация и все остальное. И если недостаток документации является для вас проблемой. Да. Если вы в Swift, вам не хватает документации, ну, тогда можете использовать Protocol Buffer. Почему я бы выбрал Swift, а не Protocol Buffer? Вы нуждаетесь в языках программирования во всех, кроме Java, C++ и Python. Вам нужны дополнительные структуры, как map и set, ну, list есть. Вам нужно полностью full client server RPC implementation уже встроенную, если вы не хотите писать свою. Да. Или что-то использовать. Ну и если вы крутой
супер-супер-супер став программер, который не требует документации. Да? Вам она не нужна. Да. Безбольно в них нужно засунуть, сериализовать. То есть не лист, не стринг, а произвольно объект. Свой? Да, свой. Ну, конечно, ты объявляешь его как месседж. Твой месседж — это твой объект. Напишите дескриптор, где вы пишете все поля по очереди. По очереди. Просто где были типы данных, там было там int, что-то еще. Тип данных как поле, как поле объект. Тип данных. Ага, просто объект. Ну да. Да. Имеется в виду, можно ли обернуть коллекцию, в смысле, в что-то, во что-то при вот сериализации. А так это по большому счету объект превращается в бинар. Просто иногда поля, которые представляют из себя коллекции, можно с помощью инструмента. Хорошо, если у меня в объекте какие-то нестандартные поля, не знаю, картинку туда засунуть. Блок какой-то. Здоровый. Байт. Да, байт-секвенс он поддерживает. Ну вот в этом, то тариф, по-моему, там не было байт-рейта. Байт-секвенс он поддерживает. Есть. Да. Да. Протобаф он поддерживает байт-секвенс, а тариф нет. Ну, то есть не все можно. Просто проблема в том, что если вы передаете картинку или какой-то блок в вашем объекте, а потом этот объект передаете бинарно, ну, наверное, что-то не так. Наверное, да, не то, что искать. В принципе, с коллекциями вполне понятно, какие-то зависимости там, между объектами, да? А бинарные данные большого объема, такое дело. Окей. Мы поговорили о protocol buffer и о Swift. А что же у нас Avro? Да? Avro — это немножко другой подход к имплементации Serialization System Framework. Avro — схема-based система. Я покажу немножко позже. Если для протобафа вы гоняете просто в бинарном виде, да, свои месседжи, то Avro, он плюс к этому он еще передает схему с собой. То есть каждый раз вы записываете файл, вы сериализуете, десериализуете. В любом значении там будет схема, да, описание вашего протокола. Че, классно. Вопрос с версионностью отпадает сам собой. Mm-hmm. Да. 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 Вот. То есть схема, в принципе, это эквивалент как в протокол бафере, протофайлы, да, но имеет формат JSON. То есть если протобаф и Thrift, там был IDL language, да, свой description language, то в Avro стандартный JSON нам описали свою структуру и погнали. Официально поддерживает пару языков: Java, C, C++, C#, Python, Ruby. В нем уже есть RPC фреймворк и распространяется под лицензией 2.0. В целом Avro, он один из последних фреймворков. И откуда он пришел, его разработали в Hadoop. И в целом он используется в Hadoop для передачи, для persistence данных, для HBase и подобное. Какие тяжелые для Hadoop HBase используются SIP? А? Показывал, что Hadoop для HBase используют SIP. Нет. Ну как же, там слайд. Да? Да. Swift. HBase и Hadoop. А, ну окей, они используют его, да, но... Ну, не используют саппорт, а поддерживают доступ к HDFS API с помощью Swift. Ну, пожалуйста. То есть у них в каких-то моментах они используют, но кроме этого они разработали свой. Синтаксис... Окей, если сравнить, допустим, синтаксис Swift или протобафера, да, ну, кратко, лаконично, да, объявить, несложно что-то напутать. Как выглядит Avro, да, описание, дескриптор. Ну тут и кавычки, и двоеточие, и скобочки,
и последовательность, и... То есть за этим надо действительно следить, да? Чтобы не напороть бота. Минус в чем, что если вы что-то испортили здесь, то вы узнаете об этом в рантайме. Если вы что-то напортили в Swift IDL, то вы узнаете это, когда будете генерировать уже platform файл. В целом, мне больше нравится Swift или Protobuf, да? То есть он получше. И меньше шансов сделать какие-то ошибки. Ну, сравнительная характеристика Avro, и в целом я беру уже и Swift, и Protobuf как такое единое целое, они очень похожи. Окей, что есть в Avro? Это динамическая схема, то есть в целом она постоянно передается с вашим месседжем, то есть он присутствует, нечто как хедер, да? Это есть в Avro, в Swift и Protocol Buffer такого нет. Встроено в ходу, да? Схема объявляется в JSON. Не надо компилировать, это плюс. Не надо описывать ID или таги, да, то есть там 1, 2, 3, 5, 10. Это есть. Ну, не знаю, все знакомы Bleeding Edge технологии. Это что-то типа Cutting Edge, только такое, как новинка. А? Да. То есть они только-только появились, и можно использовать их на свой страх и риск. Да? Ну и в целом мне имя нравится, да? Avro или Swift, Protocol Buffer. Avro, кратко, да, такой sexy name. Окей, спецификация. По спецификации мы посмотрели уже. В целом описывается, вот вместо языка используется JSON, вы объявляете тип, type name, какие-то атрибуты передаете, или там JSON array, да? То есть, ну, все знакомы с этими форматами. Из примитивных типов используются null, boolean, int, long, float, double, byte, string. Если вам надо объявить какой-то тип, вы объявляете type, string. Окей, все работает. Ну и комплексные типы тоже поддерживаются, и enum, и array, и мапы, unions, это как такие объединяющие. Да, okay. Comparison with other systems. По функциональности очень похоже к Swift, да? По производительности он немножко меньше. Я не делал именно performance тесты. Да? Но по сайзу, конечно, Swift Protocol Buffer намного меньше занимает, потому что там не надо передавать никакую схему. Да. Dynamic Typing, об этом поговорили. Untagged Data, то есть ничего не надо тагать. Это out of the box поддержка версионности, потому что с любым сообщением вы знаете, какая у него схема. Да? Вы можете распаковать. Нету ID, да? Да, ну и когда какие-то изменения в схеме есть, и старая, и новая схема, они всегда присутствуют, когда вы процессите свои данные. Да? Окей. Hands-on из hands-on experience. Я тестировал последнюю версию 1.6.3. И в целом что-то у меня не пошло с версионностью. Да? Как только я менял сообщение на клиент-сайте, да, или тип, или добавлял, происходили какие-то exception. Честно говоря, я не смог разобраться. Может быть, это какой-то дефект. Не знаю. Запостил email, пока не получил ответа. Когда запостил? А? Когда запостил? Где-то дня 4 назад. Окей. Запишем это в минус. No support. Да. Окей. На данный момент, ну вот Иван говорил, что вроде бы Кассандра, да, собирается переходить? Ну, у них было что-то, мы не с тех поводу этого. Может, я буду. Но мы используем Swift. Да.
На данный момент, да, Cassandra использует Thrift, но вот, возможно, Cassandra станет первым кастомером Avro. Ну, документация есть, в принципе, можно почитать, даже PDF по спецификации можно скачать. Ну, разобраться не составляет большого труда. Из ресурсов можете почитать пару ссылочек. Окей, какие у вас есть вопросы? В принципе, я закончил. Бабушки готовы ответить. В том сравнении, там, где Thrift обошел протобафер, протобафер с какой настройкой был? For speed или for quality? Thrift... Окей, по перформансу, да? Да. По процессу? Да. Там я использовал везде speed optimized. Окей, то есть даже так в протобаф проиграл? Да, но смотри, там разница не такая большая. То есть процессора там где-то 10% утилизейшена, чуть больше у протокол баффера, а у... и по времени, ну, 5 секунд. Ну, ты прогонял 10 тысяч, а они прогоняют миллионы и миллиарды. Ну, да, так что можно. У меня есть вопрос, задался вопрос по поводу SM1, да, то есть вопрошающий, может ли что-то сказать пару слов по поводу того, ну, ты пользовался, да, SMG, я так понимаю, слышал, да. Я не стал рассматривать его, да, потому что такой стандартный протокол, и, честно говоря, не приходилось его использовать. Да, я уже, вот в частности, для нашего проекта мы уже непосредственно смотрели и остановились на протобафе. Просто формат встречи состоит не только в принесении, да, чего-то опыта, да, но и в общении, именно должен быть форум. Поэтому важно, чтобы делились мнения со всех сторон. И, ну, хороший момент с тем, что человек работал с SM, с SM, есть какие-то комментарии, да, чтобы сразу же решали со своими людьми, что ты видишь хорошего в SM, чего стоит поменять, если не было какие-то слабости. Да, конечно, просто чуть больше. Суть в том, что по сути, все, что я увидел, я как бы не знаком с протобафом, с Аврой и с прочим, знаком с SN, мне как бы напомнило старый добрый SN, причем так очень сильно. Мне кажется, что просто на SN переизобретенный заново, потому что по сути те же идентификаторы полей, та же строгая типизация, то есть по сути мы хотим получить строго сигнализированный протокол, вот, но используем почему-то какие-то новые велосипеды вместо какие-то стандарты. По сути, которые уже отправлены из Питера в Телекоме, ну, опять же, это выбор. Какие-то слабые стороны, да, с которыми ты сталкивался? Ну, как бы, есть. То есть, ISN, на самом деле, тоже поддерживает достаточно много фич, которые были заявлены здесь. То есть, как бы, есть и списки, и в том числе, кстати, есть достаточно интересная штука. Это формат DateTime в виде VTC Time, которого, ну, я не услышал. Нет формата дает. Вот. Exception, ну, такое себе, непонятно, насколько это необходимо. Ну, как бы, насколько часто приходится от сервера клиенту передавать exception или наоборот по протоколу. То есть, если сообщение не было декодировано, значит что-то пошло не так. То есть какой-то необходимости в exception я не вижу. То есть, мне кажется, просто стоит пояснить для себя, что такое фича, что такое это. Я согласен, я читал много фидбэков об ISN 1. Да, и сейчас эти многие выбирают именно его, потому что это стандарт. Но, да? Давайте будем гнаться за cutting edge технологиями. Будем использовать последнее, что есть. Почему бы нет? Пробовать можно. В целом это выбор за каждым. Кроме наркотиков. Да. Только проверенное временем. Да?